Всем привет, друзья! Сегодня, да, вспомнил, что мне надо в один магазин, Копель называется. Ну, там продается всякие мыло, мочалки, пасты, щетки. В общем, вся бытовуха. Сегодня у них скидки, так что я забыл сегодня днем сходить, так что пришлось вечером идти. В общем, что я купил? Куда ты? Губка. О, какая губка? Мочалка. Вот такая вот. Стоит она 170, о, какой 170, 139 рублей. И купил хорошую вещь, зубную нить. Вот такая. Стоит она 179 рублей. Всего у меня вышло 318 рублей. Ну, так как там рядом находилась кулинария, я думаю, зайду-ка я туда. Так как на десерт у меня ничего нету, чтобы завтра не ходить, я решил сегодня купить. Там они рядом находятся. В общем, что я купил? Пирожное эклер. Две штуки. По 48 рублей. 96, в общем, вышло. 48 рублей, да, 96. Турбинка. Одна штука. 32 рубля. Пирожное муравейник. Вот такая маленькая хрень. 34 рубля. И пирожная корзиночка. Вот такая вот. О, чуть-чуть оно. Центр поставим. 51 рубль. И всего у меня вышло на 213 рублей. Вот такой вот вечерний обзор покупок.